Всем привет, вы на канале Правильный Выбор, и в этом видео я расскажу вам о лучших телевизорах с диагональю экрана от 48 до 50 дюймов. В данный рейтинг я включил 7 моделей телевизоров из разных ценовых сегментов, которые примечательны отличным качеством изображения и широким функционалом, а также рядом других достоинств, о которых я тоже упомяну. Ну а если вы захотите узнать, сколько стоят эти телевизоры, то сделать это можно будет, перейдя по ссылкам, оставленным в описании. Будет интересно, так что смотрите ролик до конца, если он вам понравится, то не забудьте поставить лайк. Также хочу напомнить, что на канале «Правильный выбор» регулярно выходят новые рейтинги и обзоры различных устройств, которые могут быть для вас интересны. Поэтому рекомендую подписаться и нажать на колокольчик. Ну а теперь устраивайтесь поудобнее, а я расскажу вам о лучших телевизорах с диагональю экрана от 48 до 50 дюймов. Поехали! Первый герой нашего топа – LG OLED 48A1 RLA. Это 48-дюймовый телевизор, главной особенностью которого является OLED-матрица, обеспечивающая более высокое, чем у других матриц, качество изображения. Ведь установленные в OLED-матрицах самоподсвечивающиеся пиксели способны обеспечивать более точную цветопередачу. Также в этом телевизоре стоит отметить поддержку технологии Dolby Vision IQ, которая регулирует настройки изображения в зависимости от контента и окружающей обстановки. А еще он имеет поддержку технологии Dolby Atmos, которая обеспечивает многомерный объемный звук. Так что с таким телевизором вы точно получите новые впечатления от просмотра фильмов и сериалов. А благодаря тому, что телевизор имеет широкий угол обзора, смотреть его будет одинаково комфортно из разных точек в комнате. Ну а геймеры по достоинству оценят в нем оптимизатор игр, который позволит оптимизировать графику и сделать игровой процесс более комфортным. Также стоит отметить, что в функционале этого телевизора есть возможность голосового поиска, управление устройствами умного дома, поддержка умных колонок и многое другое. Еще один представитель LG в нашем топе – 48-дюймовый телевизор LG OLED 48C1 RLA. Как видно из его названия, он тоже оснащен OLED-матрицей с миллионами самоподсвечивающихся пикселей, которая обеспечивает яркие, насыщенные и при этом естественные цвета. Также стоит отметить, что телевизор имеет поддержку технологии HDR Dolby Vision IQ для улучшения качества изображения, а также поддержку технологии Dolby Atmos и мощные динамики, создающие многомерные звук, что позволит создать эффект погружения при просмотре фильмов. Из других достоинств этого телевизора стоит отметить частоту обновления экрана 120 Гц, обеспечивающую плавность отображения динамичных сцен. А для геймеров в этом телевизоре предусмотрен оптимизатор игр и поддержка технологий NVIDIA G-Sync и AMD FreeSync, которые сделают игры более четкими и плавными, снизят задержки, подлагивания и разрывы. Помимо этого, данный телевизор может похвастаться широким углом обзора, узкими рамками, функцией голосового управления, большим количеством HDMI и USB разъемов для подключения внешних устройств, низким уровнем синего света и отсутствием мерцания, что позволяет снизить нагрузку на глаза, возможностью транслировать контент со смартфонов и планшетов, а также огромный выбор развлекательного контента благодаря Smart TV. Следующий герой нашего топа – Samsung QE50Q60A. Это 50-дюймовый 4К телевизор, в котором применяется технология квантовых точек, за счет которой обеспечивается очень точное отображение цветов. Поэтому любой контент на экране такого телевизора выглядит очень реалистично. А еще в этом телевизоре используется инновационная технология двойной подсветки, которая обеспечивает более четкую и точную контрастность за счет оптимизации цветового тона подсветки в соответствии с типом просмотра контента. Помимо этого, телевизор может похвастаться поддержкой технологии HDR10+, позволяющей создавать более глубокие оттенки черного, более естественную цветопередачу и улучшенную детализацию. В плане звучания он тоже не разочарует, так как в нем есть функция Q-Symphony. Она позволяет динамикам телевизора и саундбара работать синхронно, обеспечивая лучший эффект объемного звучания. Из других достоинств этого телевизора стоит отметить узкие рамки и тонкий корпус, систему адаптивного звука, режим, обеспечивающий низкую задержку, что по достоинству оценят любители игр, возможность транслировать на экран контент со смартфонов, удобную операционную систему с кучей приложений, а также особую подставку, регулируемую по высоте.
продолжает наш топ еще один 50-дюймовый телевизор от компании Samsung под названием UE50AU8000. Благодаря установленному в нем мощному процессору и технологии улучшенной обработки цвета, этот телевизор формирует детализированную картинку с реалистичной цветопередачей. А высочайшая глубина оттенков на экране такого телевизора достигается за счет технологии расширенного динамического диапазона HDR. Также стоит отметить, что этот телевизор умеет масштабировать и оптимизировать контент с низким разрешением, приближая его по качеству к картинке с разрешением 4К, а его аудиосистема обеспечивает чистый и объемный звук. Также стоит отметить в этом телевизоре наличие специального режима для киноманов, который усилит эффект погружения в происходящее на экране. Несмотря на большую диагональ, данный телевизор имеет узкие рамки и сверхтонкий корпус, а также специальный интерьерный режим, за счет чего будет отлично смотреться на стене. А если вы планируете ставить телевизор на подставку, то у этой модели предусмотрена система скрытого размещения проводов. Ну а чтобы пользователям было комфортно взаимодействовать с таким телевизором, в нем установлена удобная и современная операционная система, а также есть возможность голосового управления. Ну а узнать стоимость этого телевизора, а также других участников данного топа, как я уже говорил, можно будет на специализированных сайтах, ссылки на которые вы найдете в описании. Далее у нас идет 50-дюймовый 4К телевизор Sony KD50X81J. В нем установлен мощный процессор, который использует передовые алгоритмы для более четкой передачи 4К сигналов, и применяется технология X-Reality Pro, благодаря которым любое видео, снятое в формате 2К или Full HD, выглядит почти так же качественно, как в разрешении 4К. А еще этот телевизор может похвастаться поддержкой HDR, широкой цветовой гаммой и уникальным алгоритмом Triluminus Pro, которые обеспечивают реалистичную цветопередачу. Так что любые фильмы, сериалы, телепередачи и спортивные трансляции на таком телевизоре будут отображаться в высоком качестве. Из других достоинств этого телевизора стоит отметить функцию голосового поиска и операционную систему Android с удобным функционалом и открывающую доступ к сотням тысяч фильмов, сериалов и других развлечений. А еще он может похвастаться поддержкой технологии Chromecast, благодаря которой можно будет транслировать видео, игры и приложения с мобильных устройств без потери качества. Так что если вам нужен многофункциональный телевизор с операционной системой Android и отличным качеством изображения, то рекомендую обратить внимание на эту модель. Следующий герой нашего топа – телевизор Samsung UE50AU9010 с диагональю экрана 50 дюймов и 4К разрешением. В нем применяется технология Dynamic Crystal Color, обеспечивающая реалистичное и детализированное изображение. Кроме того, есть еще поддержка технологии HDR, которая увеличивает диапазон яркости экрана, благодаря чему зрители смогут оценить все богатство цветовой палитры и великолепную детализацию даже в самых темных и светлых сценах. Ну а мощный процессор этого телевизора ежесекундно обрабатывает транслируемый контент, оптимизируя и улучшая его качество. Так что даже видео с низким разрешением на таком телевизоре будет приближено по качеству к контенту в 4К разрешении. Из других достоинств этого телевизора стоит отметить хорошее качество звука и множество опций, которые по достоинству оценят геймеры. В нем есть поддержка технологии Motion Accelerator Turbo, которая обеспечивает более четкую трансляцию динамичных сцен, а также имеется игровая панель со множеством настроек, режим сверхширокого монитора с соотношением сторон 32 к 9 и режим, обеспечивающий низкую задержку ввода. Помимо этого, телевизор позволяет смотреть приложения, фото и видео смартфона, а его Smart TV предоставит доступ ко множеству онлайн-кинотеатров и других развлекательных приложений. Короче говоря, такой телевизор сможет удовлетворить запросы многих пользователей. Завершает наш топ 50-дюймовый телевизор LG 50 Nano 856PA. Его главной особенностью является использование технологии NanoCell, которая обеспечивает невероятную точность цветопередачи. Кроме того, данная технология очень точно контролирует подсветку, что обеспечивает отличный контраст и детализацию изображения. Помимо этого, телевизор может похвастаться частотой обновления 120 Гц и поддержкой технологии True Motion, что обеспечивает плавность отображения динамичных сцен. А еще у него есть поддержка технологии HDR10 Pro, которая регулирует яркость, улучшает цветопередачу и раскрывает все мельчайшие детали, что придает реалистичную четкость любым изображениям и улучшает обычный HDR-контент.
Такой телевизор может похвастаться хорошим качеством звука и специальными режимами для просмотра фильмов и игр. Геймеры по достоинству оценят имеющийся в телевизоре оптимизатор игр, который автоматически корректирует настройки изображения и графики, а также поддержку технологии AMD FreeSync Premium, которая обеспечивает четкий и плавный геймплей, позволяя избавиться от заеданий и разрывов. Ну и, конечно же, у этого телевизора есть Smart TV с удобным интерфейсом, которое предоставит доступ к тысячам фильмов, сериалов, передач и спортивных трансляций. Так что с таким телевизором вам точно не будет скучно. На этом у меня сегодня все. Ссылки на ресурсы, где можно узнать стоимость всех героев топа, как я уже говорил, оставлены в описании. Пишите в комментариях, какой из телевизоров вы бы купили себе, и ставьте лайки, если вам понравился этот топ. А чтобы всегда быть в курсе выхода новых видео на канале «Правильный выбор», подписывайтесь и жмите на колокольчик. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч!